Всем привет! На повестке дня Виор. Вот такой чудесный бальзам. Настойка спиртовая на травах. Здесь сюда входит лезвие, корневища, корневища лепехи, корневища левзии сафлороподобной, мята, листья кропа, потом полынь, липа. Так, что еще? Трилистного, бобовника трилистного, короче, потом кора дуба, ну, короче, много еще другое, мяты листья, я уже говорила, деревью трава. Короче, вот эта вот настойка очень хорошо помогает при показании физичні та емоційні перенавантаження, стреси, астеновегетативний синдром, подвищена втомленість, зниження працездатності, трудоспособності, неврастенія, нарушення сна, заболівання, що потребують корекції імунного статусу. Це період реконвалесценції після тяжких інфекційних заболівань при хронічних захворюваннях пищеварительного тракта, тому що входить полынь сюди. Навіть, от видите, при заболеваниях желудочно-кишечных бальзам призначают как профилактические средства особам, которые работают в условиях, в умовах впливу химических, променевых та температурных факторов. Ну, это во вредных условиях. Способ применения, застосування принимают по 20-30 мл 2-3 раза на добу під час еды. Курс лікування становить 7-14 дней. 3 раза в день по 20 мл, 20-30 мл. Вигор. Все, и будет вам счастье. Так что снять вот это все в течение 2 недель надо. Вот это взял бутылочку, и тебе хватит на курс лечения. Пользуемся.